В Чебоксарах подвели итоги голосования по изменению схемы движения общественного транспорта. По новым маршрутам транспорт должен начать ездить уже в феврале. Эту тему обсудили на утреннем совещании в столичной администрации. Свой выбор по 12 вопросам сделали 3800 горожан. Респонденты решили оставить схему движения 22-го автобусного маршрута по улицам Гузовского и Максима Горького вместо предложенной по улице Кривого. По остальным вопросам изменения поддержали. Для реализации данных решений требуется внесение изменений в муниципальный документ планирования регулярных перевозок. В связи с необходимостью проведения оценки регулирующего воздействия на портале нормативно-правовых актов Чувашской Республики и антикоррупционной экспертизы, срок внесения изменений в документ планирования не ранее второй половины февраля текущего года. В числе предложений изменения троллейбусных маршрутов номер 15, 18, 19 и 22. Первые два пустить по новой схеме труда не составит. Для последних нужно строить контактную сеть. Механизм запущен, материалы мы все, в общем-то, определились, закупаем. И по получению этих материалов начнем монтаж контактной сети. Это ориентировочно где-то конец февраля, начало марта. Глава администрации Алексей Ладыков обозначил сроки нововведений. По автобусным маршрутам изменения внести до 20 февраля, из 20 февраля максимум работать по новым схемам. Ну а по троллейбусным маршрутам, с учетом работы на улице Чернышевского, крайняя дата 15 марта. Транспортная реформа продолжается. 15 новых автобусов средней вместимости вышли на 32-й маршрут. До конца января такие же появятся и на 52-м. На очереди 42-й и 33-й. Перевозить пассажиров новые МАЗы начнут в конце февраля. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.